Жители улицы Вактубе в поселке Комсомольский неоднократно обращались в городской акимат с просьбой решить проблемы дорог, общественного транспорта и освещения. В связи с этим глава города Бахыжан Баяхметов встретился с жителями данной улицы и ознакомился с ситуацией. Он пообещал, что проблемы местных жителей будут решены в рамках планов развития города семей. Жители улицы Актюбинска в поселке Комсомольский говорят, что дороги здесь проблемные и доставляют неудобства. Весной и осенью на дорогах скапливается вода. Как только холодает, земля на дорогах замерзает, образуя бугры. Аким города Бахыжан Баяхметов сообщил, что в ближайшее время улица будет выровнена и засыпана щебнем. Соответственно, эта дорога будет включена в список улиц, которые будут асфальтированы в следующем году. Здесь сделают грейдировки и подсыпку. Крупным щебнем и сделает расклинцов. То есть подготовка основания на следующий год. На следующей неделе? Да. Так, хорошо. Кирисаптада крыло? Кирисапта одноэтажный восток Беткенинг. Для местных жителей также актуален вопрос общественного транспорта. По их словам, изменился маршрут автобусов, проезжающих по соседней улице Зайсанская. Добраться до ближайшей остановки для жителей очень проблематично. Зайсанская улица асфальтированная. Проезд, маршрут можно, да, через вот улицу. Через улицу. Теперь, значит, мы вот, теперь вот, на по грязи идем на автодорожную. Месим грязь, идем автодорожную. Она в магазин Аржанда. Мы просили в своем заявлении, чтобы опять перенесли на прежний это, маршрут. Зайсанский кучиги. Пожалуйста. Ознакомившись с проблемой жителей, городоначальник отметил, что рассмотрит возможность введения дополнительных маршрутов в поселок, а вопрос освещения будет решен в рамках проекта модернизации уличного освещения. Сейчас идет переговоры по продлению проекта АБР, Европейского банка реконструкции и развития, по которому мы сейчас сделаем вот это дополнение, дополнительные улицы и замена вот этих светильников. При поддержке Аким области, Данила Гречтаевич, пытаемся, чтобы на следующий год начать реализацию второй фазы данного проекта, которая будет охвачивать 204 улиц города. То есть до 2024 года у нас работа будет так, в том числе и ваш поселок. Напомним, в текущем году в рамках проекта модернизации системы уличного освещения города семей установлено освещение на 136 улицах. В рамках второй фазы проекта, то есть 2022 по 2023 годы, был составлен список, составляющий из более 200 улиц, в его числе и улица Актюбинская. Айнур Касым, Бердибек Карымбай, Адильжан Бейсенгазинов, телеканал «Семей».